Сегодня министр науки и высшего образования Валерий Фальков принял участие в заседании внеочередного ученого совета ТюмГУ. Оно полностью было посвящено его новому назначению. Прощаясь с коллективом, бывший ректор сказал, что уезжает со спокойной душой. Все проекты, которые были при нем запущены, смогут самостоятельно развиваться дальше. К тому же он уверен, что команда вуза сохранит все лучшие начинания и продолжит взятый им курс. На память теперь уже министру коллектив подарил хоккейный свитер с логотипом вуза в знак того, что для них он всегда будет капитаном номер один. А Валерий Фальков признался, по Тюмени будет скучать. Это моя родина. Я малая родина. Вырос здесь, родился, ходил в школу, закончил университет, любимая работа. Здесь много таких любимых мест. Но, с другой стороны, тот вызов интересный, который стоит, те задачи очень такие сложные, разносторонние, они держат в тонусе. Буду в самые сложные моменты приезжать на родину, может быть, подпитываться энергией родной земли. Ну а тем временем коллеги Валерия Фалькова по университету делятся своими мыслями и подводят итоги работы. Валерий Фальков занял должность ректора ТюмГУ в марте 2013 года. За это время вуз вошел в проект 5-100, в нем появились новые научные лаборатории, открылись политехническая школа и школа перспективных исследований. Также здесь активно развивается сотрудничество с индустриальными партнерами по принципу «наука, образование, бизнес». А в 2017 году вуз перешел на индивидуальные образовательные траектории. Коллеги признаются, что задачи, которые ставил Валерий Фальков перед командой университета, сначала казались невыполнимыми. То есть стать одним из лидеров российской системы высшего образования, стать заметным на международном научном пространстве науки и высшего образования. И вот уже спустя 7 лет, с момента, когда Валерий Николаевич был избран ректором, можно констатировать, что эти задачи удались. Заседание ученого совета ТюмГУ прошло сегодня уже под председательством Елены Тумаковой. Накануне ее назначили в Рио ректора университета. Новый руководитель вуза, кандидат филологических наук. До этого Елена Тумакова занимала должность проректора, начальника управления по образовательной деятельности. Есть, как Валерий Николаевич сказал, команда, которая знает свое дело, которая профессионально подходит ко всему. И поэтому я думаю, что мы будем двигаться уверенно дальше по тому пути, который для себя определили.